В Доме печати прошла презентация 6 книг известных писателей нашей республики. Мероприятие было организовано Республиканским книжным издательством. На встрече сами писатели рассказали о созданных ими произведениях. С новыми литературными творениями познакомился и Алихан Лепшоков. Каждая написанная книга – это вклад в развитие литературы и языка народов Карачаево-Черкесии. 6 новых литературных трудов известных писателей стали результатом слаженной работы коллектива Республиканского книжного издательства. Сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда выходит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг. Работая над созданием книг, раньше как-то я больше популяризировала литературу. А сейчас, когда создание книг, несколько чуть другая работа. И я хочу сказать, что приходится влезать в саму книгу, в саму сердцевину этой книги. И посмотреть, как она рождается. Да? Рождение книги, подобное рождению ребенка. Книга абазинского поэта, ведущего программы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия Хаджи Смеля Аджибекова «Мгновение моего времени» состоит из стихов на родном языке. В издание вошли и поэтические переводы. Я коротко, если сказать, свою жизнь показал как бы поэтическими строками. Но и поэма Мухаммеда Агачева, это название говорит, кто является героем этой поэмы, это сам художник. Вышел в свет и библиографический указатель, посвященный столетию народного поэта Азамата Сүйүнчева под авторством его дочери, доктора филологических наук Татьяны Чанкаевой. Она и дала этот указатель, который первоначально имел основу, изданный в 98 году московским издательством. Потом 25 лет пробиваться к издательству было невозможно. Презентовали на мероприятии патриотический сборник Магомеда и Римы Утемисова, куда вошли стихи и песни на ногайском языке. Интересным романом будет для читателя произведение Ольги Михайловой «Молот ведьм. Оборотни Митрофаневского погоста». Литературный сборник черкесского поэта, председателя регионального отделения Союза журналистов России Увжук Атхагабсова позволит окунуться в лирический и глубокий мир автора. И еще был представлен 3-й том собраний сочинений классика ногайской литературы народного писателя Карачаево-Черкесии Суюна Капаева. Каждому из писателей вручили их авторские экземпляры и пожелали творческого вдохновения. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.